Здравствуйте, меня зовут Иван Никитин. Я приглашаю лично вас принять участие в кастом-марафоне «От знаний к деньгам. Быстрый рост». Это название выбрано неспроста, потому что мы будем говорить как раз о быстром росте, о быстром начале работы в этой сфере, в сфере дизайна и визуализации, о быстром росте в профессиональном плане и в плане бизнеса. И как это все превращать в деньги. То есть мало того, что вы должны уметь и знать, вы должны уметь зарабатывать на этом. Об этом как раз будем говорить, и в этом кастомарафоне будут освещены очень большое количество тем. Такого большого вебинара мы еще не проводили никогда, и вряд ли еще будем проводить, поскольку это требует очень много времени, и бесплатно проводить его нет желания. Этот вебинар приурочен к рождению моей дочери, поэтому, собственно, мы с Алексеем делаем такой приятный бонус для всех наших участников и проводим этот вебинар бесплатно для всех желающих. Что же будет на кастомарафоне? Ну, во-первых, как быстрее добиваться результатов. Основной блок – как быстро начать бизнес именно в сфере дизайна и визуализации, с чего начать, через какие программы, в каких программах работать. Далее, как себя позиционировать, как работать в этой сфере самостоятельно, без каких-либо начальников и офисов. Далее, блок по визуализации, что мешает зарабатывать, за что клиенты платят, как увеличивать качество и как увеличивать скорость работы. Как вообще оптимизировать процесс работы и по каким этапам двигаться при работе над очередным проектом. Далее будет блок по собственному сайту. Зачем нужен сайт? Какие новые горизонты для вас это откроет? И почему необходимо сейчас иметь сайт для того, чтобы эффективно продвигать себя и свои услуги в интернете и вообще, в принципе, даже в вашем городе? Как лучше всего и проще всего, и дешевле всего создать собственный сайт? А также поговорим о методиках продвижения сайта. Основные, самые такие интересные фишки даст Алексей со своих платных тренингов, вам все это расскажет. Далее будет блок по автокаду, как быстро создавать планы, как можно просто обучиться этому всему, и о связи 3D Max и автокада, как быстро можно легко создавать планы и потом возводить стены на основании этих планов. Будет блок по фотошопу, там мы разберем, как создавать разные схемы освещения. То есть, если у вас есть одна картинка, вы хотите создать разные настроения в Photoshop с помощью обработки вот именно светом поиграть. Это очень хорошо помогает подать проект и продать его, и клиенты готовы платить дополнительно за вот такие бонусы приятные. Разберемся к созданием текстуры с фото. Я дам некоторые свои фишки из курса по Photoshop, который мы вместе с Алексеем проводили. Поговорим об увеличении скорости работы в Photoshop, то есть есть разные способы и разные приемы. Мы поделимся самыми такими эффективными, которые мы сами применяем. И поговорим под конец уже о привлечении клиентов. Тоже довольно интересная, конечно, важная тема. Если вы особенно хотите создать свой бизнес, то вам это будет просто необходимо. Много полезного материала здесь мы вам дадим. Расскажем, какие рекламные материалы в первую очередь создавать, на какие нужно делать упор, какие нужны уже позже и не обязательно, как продвигать себя и как выбирать вот эту нишу, в которой вы будете работать. Вернее, даже не нишу, а уровень клиентов, в котором вы хотите работать. Длительность этого всего мероприятия будет от 3 до 6 часов, то есть как получится, в зависимости от количества ваших вопросов, от скорости выдачи материала. Посмотрим по ходу дела. Приглашаем вас, чтобы принять участие, вам достаточно выполнить совсем простые условия. Это заполнить ваше имя и e-mail на русском языке вот в эти поля и нажать кнопочку «Принять участие». И далее на своей странице ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере, на своем блоге, на своем сайте, где угодно, где это сообщение увидит много людей, написать вот это сообщение, просто его скопируйте с сайта, что вы участвуете в кастом-марафоне и приглашаете принять участие остальных.
И далее в комментариях на этой странице, то есть вот здесь внизу в страничке, вы просто пишете адрес, то есть выкладываете ту ссылку, где вы поместили это сообщение, чтобы мы могли проверить. И тогда в день проведения мероприятия вам придет ссылка на класс кастомарафона, и мы уже увидимся с вами там. Регистрируйтесь, принимайте участие, и я обещаю, вы не пожалеете об этом.